Как вы благовествуете об Иисусе религиозным евреям? Одна ситуация, когда вы имеете дело со светским евреем. Большая часть американских евреев менее религиозна. Светские, неортодоксальные. Другими словами, они не соблюдают строго седьмой день шаббат. Они не придерживаются строго диетарных законов. Мужчины не встают в определенное время утром и не молятся, и затем не останавливаются трижды в день для молитвы. Они не посвящают ежедневно часы изучению Торы, Талмуда, раввинистической традиции и подобных вещей. Среднестатистический американский еврей, точно так же, как и среднестатистический израильский еврей, не религиозен, даже в большей пропорции в Америке, чем в Израиле. То есть среднестатистический еврей, с которым вы можете встретиться вне Израиля, будет нерелигиозным. И когда вы благовествуете им, это по большей части то же самое, что благовествовать кому-либо другому. Но как насчет религиозных евреев? Посмотрите, что Иисус сказал в Евангелии от Луки в 24 главе. В Луки 24:44 Иисус сказал своим талмидим, своим ученикам: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». О, он говорит: «Я не пришел основать новую, чужую, иностранную религию. Я пришел для того, чтобы исполнить то, что написано в Танахе, в еврейской Библии». Что вам следует сделать, говоря с религиозным евреем, это признать, что этот человек достаточно посвященный, этот человек серьезно относится к Богу, этот человек верит во многие из тех вещей, в которые верите вы, о важности любить Бога и жить в праведности перед Его лицом. И этот человек, вероятно, очень старается жить той жизнью, которую они считают приемлемой в глазах Бога. Что бы я сделал? Я бы спросил его о его сердце. В нем есть любовь к Богу. Что это значит для него? Я спросил бы, можно ли поделиться с ним своей историей. Особенно если вы не еврей. Я очень люблю еврейский народ из-за Иисуса. Это может звучать странно для вас. Поделитесь этим и спросите, можно ли вместе с вами почитать Писание. И затем помолитесь о том, чтобы Святой Дух открыл его разум. И, скорее всего, у него будут свои ответы и возражения на все, что вы будете вместе читать. У нас есть много ресурсов, бесконечное множество ресурсов, которые могут помочь вам найти ответы на эти возражения. Но если вы сможете подружиться с ними, это покажет искреннюю любовь, потому что вы заботитесь о них. А это самое главное, мы должны заботиться о людях, показывать искреннюю любовь. Услышьте их сердце, узнайте, кто они такие, возможно, изучайте Писание вместе, даже не мессианские тексты. Делайте что-то вместе, чтобы что-то в ваших отношениях с Богом могло возбудить ревность в их сердце по тому, чего у них нет. И молитесь тайно, чтобы Дух Святой мог обличить их во грехе и дать им понять их нужду в Спасителе, в Машиахе, в Спасителе, в Мессии.